Давай расскажу это просто. Айзенберг в прошлый раз ловил. Пань, можно, да? Нет? Да, говори, типа, чё. Смотри, маг, видишь, трубозавр бегает, да? Встаешь подальше, ну, на рейндж своих заклинаний, чтобы мог, типа, доставать до босса. Босс будет выпускать ледяную змею такую, короче, по земле. Ну, не змею, типа, огоньки в твою сторону будет запускать. Сначала, типа, пробный огонек пролетит, он не дамажит, он просто обозначает направление. А потом по этому направлению полетит лужа. Ну, такая узенькая, короче, как речка, Белая змейка, короче. такая, да? Ну да, синий огонь будет разливаться в эту сторону. Вот ты, короче, стоишь, ловишь, грубо говоря, вот это направление, а потом отходишь в сторону, и лужа мимо тебя разливается. Ты просто должен стоять вот, ну, подальше, грубо говоря, чтобы в твою сторону запускались эти лужи. Можешь, в принципе, Понял. особо не париться по поводу ДПС и ничего, просто разливай лужи так, чтобы, ну, типа, стоял, разлил в эту сторону, отошел рядом, в другую сторону разлил, отошел еще. Когда у него начинается крутилка, ты бежишь ко всем остальным в центр. Вот все будут одним кемпом в центре стоять, ты бежишь туда. Сбегаешься, он перестает крутиться, возвращаешься на это место. Все, вся задача. Понял? Ну, кажись, да, но надеюсь, я не провафлю. Да, Ничего, нормально. вафлит на самом деле. Все будет Никто нормально. не может. Но стоять не на максимальной дистанции, потому что не достанут РДД, когда посадят на шип. Надо будет им выбегать. Да, Могу по типа. кругу, вот где Треблзавр бегал, там по кругу и бегай просто. А где Вот. за нами ночь? Иди, холмы охраняет. В ФК Понятно. режиме. Он отсутствует. Ну, короче, можно кикать. Я правильно понимаю? Ну, пошли, без Ну него да. может Кикать. вернется. Ладно. У нас будет два Ух. танка. Вон Давайте. ДКшка, смотри, какой-то появился. Да Мой брат, похуй, ты на о весь чем? 40-й. Да вообще пофиг, ребят, поехали. Гамбон, далеко стоишь. Так лучше? Еще можешь подойти. О, Вот, первая видишь, прилетела. пролетела. Вот она летит, должен сейчас отойти. Подождите, Отойди, я отойди. Кашипов. Далеко же. Далеко есть. Далеко один разбейте, далеко. Кашипов. Опять. Один прикол. Коли палы, что за хуйня? Почему я успеваю кастить в них флешки? Тоже Вихрь, отлетел. пси, разводящие, избегайте. Все, сбегайся, сбегайся в центр к нам. Молодец. Разбегайтесь, разводящие. Под босс. Не в меня пошло. Я знаю, она в меня пошла. Вихрь костей, блядь, точнее шип, все в мире разбиваете. Кашипов. Все в мире быстрее. Блядь, меня шип взяла. РДД разбить. Серег, я им говорю, когда один далеко. Там просто огонь подо мной еще разлился. Разводящие, сбегитесь. У тебя вроде не дамажит огонь, когда ты сбегитесь. Нет, не дамажит. Даже хрень особо в этом не делает.
морды отошли и сбежались. Скажешь, шипов. Все в мире быстрее. Охуеть, блядь. Как это? Да забей, там вар, вороги шипы выносят просто на уешку. И палу еще, пожалуйста. Скажешь, шипов. Все в мире. Он иногда 50 тысяч въебал, это как, блять. Каши. Надо Т6 покупать. Что там за сова аж под самым, почти в танках стоит? Забейте его, пожалуйста, чуть быстрее. А че, может, сыгану на группе пойдем, блять, вообще похуй. Что-то, блять, рулить. Этот, сука, брентроль преследует нас. Да, он, да, блядь, заебал, если честно. Блин. А что, мы на группе так, идем или нет? Тут нету. Да. В смысле нету. Кири отказывается от предмета осколок льда тьмы. Как она, блядь, от него тогда откажется, если его нету? Че-то какие-то приколы, не? Да. Ну да, Елена отказалась. А я не пишу его. И он типа пропал, потому что никто не взял его? Не, он не пропадает. Нет, вот не пропадает, он лежит в боссе. А, ну просто пишет, типа предмет никому не нужен. А, чего ну все, Лен, ты его не отдашь. А как, блядь, а как его Наташа тогда не увидела, что за бред? Так ладно. Ну, видела, я открыла сейчас босса и не увидела этот квест. Ты случайно квест не отменила? Нет, вот у меня квест висит. Нет. Странная хуйня, короче. Ладно, поехали. Ты сучка, его не отдашь. Вот это реально странная. Какая-то хрень, блядь, все была. Это за группу, наверное, скорее всего. Да, наверное. Ну, поставь знаешь, ответственного одно. Опять. Че, Рома выкинул опять? Сариночек, кто эти тапки зарулил? Кто тапки зарулил? Так Ассалины выиграл тапки. В смысле, блядь? Места много нету. В боссе осталось. Места не было в этом. В сумке, скорее всего. Вот они и не отдались. Или уникальные они. Чего? Нет, на смысле написано, что он получает. Значит, ему сумку они должны были передаться. Записать. Ассалиныч, такой пиздёв, похуй, блядь. Да не надо, знаешь, в почте посмотри. На почте нету ничего больше. Да он не в этом плане. Вот эту хуйню отказывайтесь. Она 100 голд не стоит. Похуй. Тоже деньги. Блядь, кому сказал отказываться? Так ты поздно сказал, когда я уже набрал его. Сейчас я тебе отдам. Ты мне можешь не отдавать, вон отдавил рекойл. Да чё ты как лох, агри всех? Да, я сейчас агрю. Да. Босса тоже? Да, нет, босса не надо. Такого надо. Это будет слишком прикольно. Мы еще не настолько преисполнились, нахуй. О, красота, блядь. А чё это, моба-то можно забрать с рейда? Но он умрет быстрее тут. А чё, помощник перестал ваншотать, нахуй, или что, блядь? Щитки, наверное, помогли. У меня же, блядь, щитки не на миллион хп, что за бред, блядь. Я слышу, что отправились. О, боешка. Да. Да, сразу видно, кому там руки оторвать надо. Откуда она такая, а нихуя себя? Это страшно, что ли? Да. Раньше говорить, что надо отказываться. От всего боешек. От всех боешек отказываемся, еще раз говорим. Да у нас как бы, по-моему, во всех 25-ках такое, не?
Вот так вот, если по приколу удобрять. Самое лучшее, что было, это когда мы первоначально это расчистили, нам три кольца одинаковых выпало. За весь этот пак небольшой. Результат. Нет. Ну, вовремя я. Хватился. Айзенберг. Выбеги. Кто такой, я выбежит, да? Почему мне ДБМ не показывает на ком, блядь? Кстати, да. Не показывает, даже черепок рисует. Мне ничего не сказал он. Я в чате увидел, черепок увидел. Бегемошек. Да, надо релоуд сделать. Это поебал на себя, на самом деле. Тебе ДБМ сейчас вот нужно. Дайте ему на такой. Короче, Биста Салиныч. Не сладите. Блять, сюда как-то хуево выходит. Короче, Ноктас налево, Тен направо, третье налево, четвертое направо. Платон Фрой налево, как не стойки направо. Блять, на паладине 40 тысяч мана заебывал отпиваться, теперь на цепресте 40 тысяч мана отпивать, блять. И серьгу зарядить. Да, и потом еще раз, блять, ману отпить. Пиздец какой-то, нахуй. И того 60 тысяч мана надо отпить, да, примерно. Сука. Бегемошка даже ей нарадал. Понимаете, паладины, вот два паладина вместе, вот у них столько же маны, сколько у меня, блять. Поехали. Да поехали, 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 помощники тебе, весь секунду. Мобов, пожалуйста, свечитесь. Даже свои поотдавайте. Вы идите. Я даже не знаю, как это комментировать, но ладно. Где можешь контроль фирму отдам, не отдам. Там сзади с лестницы моб сходит. Милики, у него щит свеченький. Поконтрольте бегемошку-то дальше. Мне уже не надо. Выведите служит. Не успел. Вы бьете по центру? Мобы через 2 секунды. Нет, он там и стоит. Вы вообще похуй просто, да? Ну, вы нулики должны быть у него. Посадим еще чистотос. Уйдите нахуй с босса, убейте моба, потом вернитесь. Я бью моба, но я не могу его убить, у меня магия. Ну, я вот потому и говорю им, что они должны это сделать. Ну, там Фрой, к примеру, еще вот где. Да, маги просто приколисты. Господство над разумом, чем будет. Убейте мобов сзади, пожалуйста. Или копало, законтрольте, пожалуйста. Ура! Призыв помощников. Служа. Убейте Мирики. Моба убейте сзади. Мирики убейте сзади моба. Дайте Геру и зарейте в эту, блядь, бабищу ебаную. Войт вейф и законтролите.
можно я сейчас вот немножко, блядь, повозмущаюсь? О, я да, когда, да. Блядь, сказал Геру дать? Ну вот, мне тоже вот интересный вопрос. Духи. Гнездойки, можешь ее танчить стоять, если чё. Зубы тебе дам, может, блядь. Отдайте... Задержку законтрольте. Отдайте огнестойкого. Сальвы нахуй. По очереди. Это на его насчет хуярить, блядь. Spirits. Духов не ловите, блядь. Вы привыкайте от них, убегайте в обычки. Spirits. Дух. Духи. Привыкайте от них убегать, привыкайте. Сказал я и сам засловил, походу, да? Духи. Сань, у тебя там чё, блядь, с тобой? Уже второго ловишь. Spirits. Духи, 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 парни работящие. Сальву по огнестойкому дайте, пожалуйста. Да на таунтисе тут не беспокоит. В мире идет дух. Получай напоследок именно. Все, вообще лут не поменялся, кроме этого плеча. Поднимет кто-нибудь или вставай? А, спасибо. Вставайте, нахрена вы их поднимаете? Сколько? На чумку, что ли, квест? Сейчас такой синдром любимый. Ну, вторую неделю. А чё люди бегут, я не понимаю. Чё было, блядь, оно сбежать? Бестосос, ты там где? Ребята. А куда ты пэшится? На черепной вал. Да там один порт, всё. Вообще-то два. Бестосос. Пошли бить. А, все. Резаль, да, остался где-то. Дальше побежали. Нет, я уже стою. Жду. Хилку только не словите. Бегите, бегите, бегите. И второго словите. Да, ну, притяни его сюда. Он, блядь, тянется. Ну, на меня хуй забил. Ну так ты бы просто там к нему нажал сначала, а потом бы... Так я, бы... Я забрал. Нажал, я даже ЛП-шку у него дал, я тебе скажу, посмотри, на нем висит. Да, ну просто прикольный дракон, блядь, чё эти... Кстати, второй дракон прилетел. А второго ты, может быть, заберем? Можно свести мобов, пожалуйста? Как мы сведем, они не ходят. Не ходят, да, конечно. Ну, смотри. Они летают. Они да ходят. Он еле идет. Ну, блять, я только вот ладно, у меня можешь отъебаться. По-моему, этот пидорас гриппается, блять, 25 нет. Ну да, но у меня ж КД, я ж того гриппал. А, уже нету КД. Да, в принципе. Короче. В пушке я, отъебитесь. Айсингер, ты знаешь, что делать? Да, он прям... Парашюты всем брать. Да, всем. Короче, я, Айсингерг. Что на мне комбат висит? Фига себе. Комбат висит. Что-то ты летилку. Пашить мопов.
Потому что ты 4 тех мобов заделал. Короче, еще Елена и... Не знаю. Ну, Лови Койл еще. Я пошли, Лови Койл. Туда, соответственно, прыгает. А я не знаю, кто прочнее, ты или Нактаз. Да. Да, мне все равно, могу я прыгать. Если Нактаз хочет, пусть он прыгает. Давай. Не, я на корабле, на нашем пусть. Короче, сиди на нашем, а ты прыгаешь туда. Соответственно, паладины, пожалуйста, тоже прыгайте один, дают в одного, вот Ликопал дает, соответственно, Нактаза, Гагопал дает в трубопроводы, прыгнули, сидите, хейте, блядь, двоих, все заебись, все хорошо, Нактаз, кидай кулаки, пушка. Паладины, просто, блядь, кидайте пушку. Долго, магия, кто не знает, что делать, подойдите вот к этому чуваку. Крестик поставил, возьмите у него ракетный ранец и наденьте его. Надел. Дальше ничего не делал. Больше знаю, что надо одеть. На это, на панель вытащи. Сделал. Все, можешь. Теперь ты можешь прыгать. Мне прыгать надо будет, да? Туда, да, другой. Да, скажут. Да, да, только не сразу. Поехали. Значит, тем Мурадин со своей булдыгой познакомит, если туда один полетишь. Когда перепрыгнешь, стой там примерно по центру корабля, потому что сбоку я буду стоять босса танчить, он тебя шотнет, если ты будешь рядом стоять. Он кливает, по-моему. Не привыкать. И босса там не бей. Да, и босса вообще не трогай. Понял. Тут босс, где нельзя бить босса. Потому что по факту босс это, блядь. Да, все встаем перед рожей у Мурадина. Там не обязательно перед рожей его и спиной клевает. Там вообще к нему просто подходить нельзя. Понимаешь, это настолько охуевший босс, что он умеет клевать спиной. 5, 4, 3, 2, 1. Да, кстати, да, кулаки по пушкам. Ну, Ктас тут же будешь стоять, так что десяточки кидай на них. Небось, они стреляют больно. Да, они больно стреляют. Заморозка через 10 секунд. Через 5. Прыгайте. Можно быстрее чуть заливать это говнище. Лактас, либо в пушке. Не повезло тебе, Дэн. Почему? Моему Т4 похуй, что его бить нельзя. Таков немного, нормально все. Ну еще самая правая пушка, по-моему, по тебе стреляет. Кто это? Серега. Че такое? Не стреляй в Мурадин, пожалуйста. Заморозка. Пентер туда стреляй куда-нибудь просто. Он по магу, где маг стоит. Бам, где они стоят. Она типа дамажит Мурадина, да? Да. Вот это, да. Не знал. Как... из-за этого увеличиваются. Либо, пожалуйста, на пушке. Спасибо. Просто, да, быстрее устакаешь, все, по сути. Короче, ни хрена полезного не происходит. Ничего дамажить, блядь. Заморозка 10 секунд. Что, после этой перепрыгиваем, наверное. Че ты думаешь, тебя два хулипала не выхилят, что ли? Ну, они ваншот не выхилят. У меня уже там типа 40 с лишним остается. Ну, прыгайте тогда после этой. Прыгайте обратно в ДДшники, прыгайте. Быстрее чуть-чуть, пожалуйста. Все, я прыгаю. Кто остался, тому пизда. Не пизда.
Заморозка через 10. Сбросились. Вы можете прыгать. Разбросились. Да, какая пушка меньше всех дамажит? Я пизданул себя, получается. Заебись, кто-нибудь, замените его на... Да, блин, там и так бестосос изначально сидит. Да, бестосос. Ты охуел или что? Даже, ну, допустим, я охуел. Блять, кто в мою пушку сел? Ле-у-ле-у-ля-лю. Ну вы угораете, вылезти из моей пушки. Да уж, похуй. Скажусь. Где моя пушка, блядь? Валера, настало твое время. Это бестосос все заруинил. А мне интересно, почему у нас в принципе бестосос там сидит, блядь? А тебе было сказано ее занимать или что, блядь? Видел, получается. Полетели нахуй отсюда. Чего не слышал, блядь? Я изначально говорил, кто на них сидит. А куда вы все пошли? Так а чё, они сейчас добьют. И чё, и ты окажешься... Зассали, да, зассали. Зассали. Я тут соло, короче, всё. 20 вагонов и Денис убили босса. Первый раз я тут выжил. Не лицом в пол лежал. Я боюсь, нахуй. Подождите, только ты, Лена, не лезь в этот сундук. Пусть Наташа дернет. Давайте этот сделаем как в ответственным. Так у тебя ярл боюсь, нахуй. И чё ты сделаешь, блядь, ответственным? Открывай, Наташа. А ты открывай, Наташа. От ДС кто уже отказывает? Блядь, движи одинаковые. Нихуя себе. Держи. Деске, а можно одну украсть? Деске, всего боролись, не отказывайтесь. Пиздец, вовремя. Я уже отказался. Все отказались. Передадите, блядь, чего. Узбек не пошел, а тут упал ему запястье, которое мог бы взять. Блядь, по-любому же ДДшка кто-нибудь заберете с эту. Найди. А, ну хотя мне, в принципе, можно. Можно этот ребаф потом, если что, потому что у меня вообще бафа нема. Чё, Дэн, тогда я начну первую это. Хорошо. Маги-босс, манекен. Просто хуярьте босса, когда появятся мобы, свичитесь в мобы. Все, больше ничего не надо делать. Чё, у тебя интернет опять отъебнул? Тут я еще был. Вот мне вот просто вот интересно, Гагапал, зачем тебе эта шея? Вот скажи мне, пожалуйста. Вот просто светом небес не промахиваться. Не только ему. Плюс еще Лика пал, блядь, нахуя за ролем. Не-не-не, я же говорю, я сейчас это посмотрел, думал, она мне нужна, я бы сказал. Я вот просто вот не понимаю, вот зачем? Зачем вот палу шея с меткостью? Вот скажите. Но он же объяснил только что. Гагапала, отдашь это на руче? Блять, вы можете перед тем, как нидить, протереть глаза и посмотреть, что вы нидите? Ну, пиздец, минус Ваня. Я не понял. Надо, мне надо. Я вернулся. Чё там тебе ДСК отдали? Короче, кому шея не нужна, поделитесь шеями. Че нам за шея-то хоть? Короче, Ваня, этот групп лут, это залупа полная, блядь. Они ролят, блядь. И потом, ой, я не видел, что это не то, это мне не надо, оказывается, блядь. Ну и как бы пизды давать, блядь. Вот кто там нахуй не видит? Это минус кролл, блядь, на следующий ролл, вот и все. Сразу, блядь, буду смотреть. Кто там, блядь, не видит, что он ролит? У нас вроде слепые, оказывается, есть, да? В
блядь, и народ, реально, вот, с каждым КД, как будто бы, блядь, все больше деградируем. Мы вроде ХМ закрыли, блядь, ну, просто ротлы какие-то начинаются непонятные. Паладина и Void Wave у вас есть ДД-спеки? У меня есть что-то, блядь. Что-то есть, короче, хейте, а я... Ебать. Сейчас дам миллиард ДПС, блядь, в копчиках. Ну, нахуй. Топ-2 ДПС пушкой. А кто топ-1 ДПС пушки, блядь? Блять, Асалина, это просто рофлан, понимаешь? Я вот как бы просто нахуй даже не чекал, блять. Вообще похуй. Да подождите, я, блять, ману жру, я же вылетел, ёбаный свет, блять. Чё вы нахуй запускай, блять. Вот ты затрахали, блять, запускай. А, ну да, я ж теперь, блядь, не хил, мне же надо тебе съебать, что сделать. Блядь, куда съебасос-то сделать? Чё за хмобы-то нахуй? Сумки. В мире встану, похуй, что я приз, блядь, стану в мире, блядь. Ебать его в рот, нахуй. На шумана с татаром в центру поставьте. Бой 29 секунд. Короче, триксуйте, в общем, вы не стойкого все. На старте, блядь. Да не-не-не, шучу, кидайте друг другу, блядь, конечно. Раз. Да не сорвет, я буду танчить первым. Да если его напулит, блядь. Ну если только напулит. Если его сейчас два рога напулит, который каждый дает двадцатку, нахуй. Геро. Геро, блядь. Охуенный момент, блядь, все еще пошел.
собирай. У тебя сагр, кстати, нормально стал. Билд поменял не зря, чем он будет. Бля, мне интересно, ну хоть 6 тысяч дал, блядь? Босс ты ухуерил. Кто? У тебя 10500. Нихуя себе, блядь. Нет, а сколько? Правда, ты на 16 месте. Ну, бля, удивительный факт был бы, если бы я еще кого-то передамажил, блядь. Так, от знаков тоже отказываемся, правильно? Да, их все знаки ролят, Серега только, все. Что это за знаки? Что это? Да все. Ты 10 опыта. Ты 10. Короче, бесполезных сумков. Все отказываются, ролит только Лэви Койл. Собираем ему ДС-ку, блять. Дайте портал ранее донора. Ну, смотрите, мы уже стартанули 25 опыта, поэтому как бы потом, кто, когда я с нами залутал, приходите в воскресенье. Приходите в воскресенье. Слышь, Вань, я завтра, ну, смогу, если вам надо будет танка. Да, мне вот завтра нужен будет танк, ШД не будет, пойдем тогда в этот ТТГ.